Привет, меня зовут Энкьюс. В этом видео знакомстве я расскажу 5 фактов обо мне и буду рад услышать от тебя в комментариях что-то из твоего личного мира. Я вегетарианец, более 5 лет уже не употребляю рыбу, мясо. С недавнего времени отказался и от молочной продукции, и постепенно двигаюсь к сыроедению. Также мне нравится искусство. Я люблю стихи, люблю музыку, люблю фотографию. Также занимаюсь этим сам, это что-то вроде моего собственного хобби. Ссылки на мое творчество я, наверное, оставлю в описании к этому видео. Да, оставлю. Вот. Очень люблю читать. Мне нравятся книги нон-фикшн, художественная литература. Но последнее время я читаю больше нон-фикшн литературы и веду свой блог в Инстаграм, где оставляю рецензии на книги. Работаю в IT-сфере, занимаюсь программированием, маркетингом, ну и всем, чтобы развивать e-commerce сегмент. Ну и факт 5. Очень люблю разговаривать, собственно, поэтому я и завел этот блог, чтобы знакомиться, общаться, чтобы узнавать других людей, обмениваться своим собственным миром с другими. Так что давай знакомиться, напиши в комментариях о себе, напиши, что ты думаешь, напиши, если тебе нравится творчество, напиши, какое творчество тебе нравится, какая музыка, может быть, живопись, может быть, фотография, напиши, кто на тебя повлиял и кто тебя развивает. Увидимся в новых видео. Пока!